с революцией. Революция не кончилась. Она начинается. И надо довести ее до конца, говорил Ленин. Выступая с апрельскими тезисами, он указал путь перехода от революции буржуазной к революции социалистической, диктатуре пролетариата. Повернуть в будущее революционный поток, чтобы воды не растеклись по низинам, чтобы не выдохся гигантский заряд революционной энергии. В этом видел Ленин задачу партии. Зревшая неуклонно в окопах и боком тылу, в заводских цехах, в бесчисленных очередях за осьмушкой мокрого хлеба, прорвалось. Первомайская демонстрация 17-го года, в которой принимал участие Ленин, была грандиозным чествованием первой победы народа, чествованием революции. Но это было только начало, потому что с сотен трибун уже надрывались ораторы и в разных тональностях твердили одно – война до победы, война до победы. Тогда, в мае, большевики были еще в меньшинстве. Ленин говорил, мы сумеем ждать. Они будут переходить на нашу сторону.